Однажды ты станешь чемпионом Польши. Нет, я стану чемпионом мира. Ян-Джей Чернецкий, победа нокаутом. Мы пришли поздравить вас лично. Сядь. Я сказал, шевели задницей. Ты должен учиться, понял? Семья – самое важное в жизни. Когда-нибудь ты поймешь. Вижу, ты хочешь драться. Ты можешь стать олимпийским чемпионом. А если я не стану чемпионом, буду работать в шахте до смерти. Ты многим пожертвовал ради этого. Ты понимаешь, чего я хочу? Ладно, я сделаю это. Знаю, что ты для нас делаешь, но для меня и Джи ты всегда чемпион. Думаешь, ты особенный? Ты приехал сюда проиграть.